Евгения Панова – мать двоих детей. Ребята активные, во всем стараются помогать родителям. Вот и пирог на праздничном столе, например, испек старший из них – Вадим. Младший Лев старается брату ни в чем не уступать и тоже берет на себя часть обязанностей. Спортивные, такие активные у меня мальчики. Несмотря на это, все равно помогают мне по дому. Вадим очень любит готовить, поэтому выходные они с отцом берут на себя обязанности эти. А помогать маме есть в чем. Не всегда на домашние хлопоты остаются силы. Вот семья и выручает. А работа у Евгении непростая. Евгения Панова в Росгвардии 3 года. Она инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы. Сейчас проводит проверку владельцев оружия, его сохранность и наличие всех разрешений. Разрешение на Сайгу. Евгения работать в силовых ведомствах никогда не планировала. Никогда не мечтала носить погоны, проводить проверки. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Девушка дослужилась до лейтенанта, а работа нравится. Говорит, ни о чем не жалеет. Проверка завершена, нарушений нет. Совмещать работу и семью – задача непростая. Чтобы и в Росгвардии дела вести на должном уровне, и семья о матери не стала забывать. Евгения поделилась своим секретом. Секрет, наверное, в сплоченной семье, в их поддержке, взаимопонимании. Это, наверное, самое главное, что есть опора, есть поддержка. И есть понимание. День матери – праздник для России уже традиционный, хотя широко до сих пор не отмечается. Дети дарят мамам подарки, зачастую сделанные вручную. Так и Вадим с Левой наверняка готовят сюрприз для Евгении, которой все-таки удается оставаться и хорошей сотрудницей, и хорошей матерью. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».